В этом году школа-интернат номер 26 заметно преобразилась. Учебное заведение для детей с ограниченными возможностями здоровья отремонтировали и оборудовали по нацпроекту образования. В школе появилась швейная мастерская. В ней уже проводят уроки технологии. Местные девчонки и мальчишки с начала этого года постигают мастерство кройки и шитья. Класс робототехники оснастили всем необходимым. Ребята собирают машины и учатся ими управлять. А из кабинета физики слышится треск электрических катушек. С помощью этих приборов намного проще изучать естественную науку. Учитель химии и биологии Надежда Антонова рада положительным переменам. Ее класс в этом году оснастили микроскопами, колбами и интерактивными гаджетами. Для каждого индивидуально на столах ребят появилась микробиологическая лаборатория, цифровая химическая лаборатория, экологическая лаборатория. Полностью снабдили химической посудой. В этой школе учатся ребята с логопедическими проблемами. Профильный кабинет также довели до ума этим летом. Сейчас, в разгар учебного года, специалисты интенсивно работают с учениками. Доброшкола. Этот проект направлен на поддержку обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья. А наша школа – это школа-интернат с тяжелыми нарушениями речи, единственная в области. На ремонт ушло 11 миллионов, чтобы отремонтировать все учебные кабинеты, а на оснащение новым оборудованием 7,5 миллионов. Директора спецшкол и руководители общественных организаций встретились на совещании в актовом зале. Сегодня мы будем обсуждать вот таким профессиональным коллективом и общественным, с привлечением общественных организаций, именно создание условий для психолого-педагогического сопровождения, для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе наших коррекционных образовательных организаций открыты ресурсные центры. В Ульяновской области есть 7 ресурсных центров. Все они разделены по профилям. Как утверждают в Минпросвещении, чем раньше обратиться за помощью, тем эффективнее будет программа. Прогресс в социализации особенных детишек. Виктория Чиркова, Бахтияр Салтанов. Управда ТВ.